В Ульяновской области активно готовится к единому дню голосования. Напомним, 9 сентября этого года гражданам предстоит выбирать депутатов Законодательного собрания области 6-го созыва и местных представительных органов. В регионе организуют 984 избирательных участков. На 140 из них установят комплекс обработки электронных бюллетеней. Помимо технической части, тщательно прорабатывается вопрос прозрачности выборов. В частности, организация работы независимых гражданских наблюдателей. Огромная работа уже проведена. В настоящий момент рабочей группы при Общественной палате Ульяновской области. Сейчас действительно уже сформированы списки кандидатов. 1787 человек уже есть у нас кандидатов. Это еще нет студентов. С 6 по 25 августа кандидаты от народа пройдут специальное обучение. Пропуск наблюдателя на избирательные участки получат не все заявившиеся. Лучших определят по результатам тестирования. Кроме того, принцип формирования кандидатов предусматривает запас. Еще 5% человек от общего количества находятся в резерве. Об этом стало известно на заседании рабочей группы по мониторингу реализации избирательных прав граждан. В совещании принял участие представитель Федеральной общественной палаты Максим Григорьев. И Ульяновская область – одна из наших таких передовых регионов в наблюдении за выборами. Ульяновская область приняла закон. Закон даже быстрее, чем Федеральная Государственная Дума. Закон о том, что Общественная палата Ульяновской области имеет право наблюдать за всеми региональными и муниципальными выборами. Также высокий гость отметил уровень работы ульяновских наблюдателей на прошедших в марте выборах президента страны. На прошлых выборах, президентских выборах, общественность ульяновская была очень активна. Благодаря Общественной палате были закрыты все избирательные участки, закрыты в том плане, что там присутствовали наблюдатели, и был обеспечен такой высокий уровень прозрачности и честности выборов. Тогда, 18 марта, на избирательных участках региона за честностью выборов следили 2700 наблюдателей. Рената Алиулова, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.